Минутка рекламы. Сервак Rust Only приглашает вас поиграть. Моментальный крафт, добыча X2, несколько наборов кит, кланы, онлайн-карта, телепортер, ремув, мощный хунщинг, все это и многое другое на серваке Rust Only. Заходи, все ссылки в описании. Тр-тр-тр, погнали. А вот сейчас слышу. Да-да-да-да-да-да. Вон он тпшнулся, кого-то завалил. А вход есть, интересно? Не знаю. О, вон подходит кто-то. Положил. Вижу. Смотри, сейчас может сверху спрыгнуть. Прикрывай, я его посмотрю. Или ты посмотри, я прикрою. Давай. Калаш. Бери. У него сульфур есть. Забирай, патрон. Что есть, забирай. Слышь, бомжара подошел. Свой. Все, поднял его. Ты опять второй раз завалил. Этот второй. Ты поднял. Вот это в минус. Так. Пусть залутается, погоди. Блин, мне калаш туда ему отдам. Отдай калаш, да. Подними калаш. Залутался? Ага. Вот с этого дома бомжар какой-то выскакивал с калашом. Клетка? Ты глянь. Угу. Темнеет, придется ночь переждать. Или с подсветкой идти. Я с подсветкой играю. СМГ? Ну чё, можно, в принципе, вот этот вот попробовать? Скажи, там сверху дырка. Ну, нету двери, точнее. Ну-ка. По дверям пройтись. Посмотрим, что сверху. Ящик. Чё за хрень? Вот туда парень выходил, я 100% уверен. Это ты сверху бегаешь, да, там? Шаги? Нет, я уже снизу опустился. Что, а как он? Может, это просто его взорван дом был? Может быть, кстати. Блин, скорее всего. Но тот же видел живой 100%. То есть улучшал дом свой. Есть. Я уже выпрыгнул. Есть дом у нас. Так, нихера здесь вот... Ой-ой-ой, чё, не упал. Вещи скинуть. Ты жрёшь? Это... Нет. Короче, кто-то жрёт. В этом доме. Может, этот спрыгнул? Подписчик? Не знаю. Ну, короче, здесь кто-то... Твоего в клан добавим, может, а то мы опять гасить будем всегда. Вот он. Ну, а, ну это свой, может, он жрёт. С прицелом. Да, надо в клан добавить. А? Короче, тогда давай вот попробуем, может быть, или тот дом. Он что-то большой, лучше железный. Тот. Ладно. А какой у него ник? Кэрри. Все. Или вот эту пещеру. Может, подсветку надо включить, темновато-то. Подожди. Пещера. С прицелом прикольно, да? Ай-яй. Вот это бич! Чё же они все бегут-то к нам, а? Это один и тот же. Нет, это другой уже, по-моему. А если попробовать ремонтить, нет кусок дома? Кстати, да, попробуй. Ну, это ресурсы нужны, у нас нету их, наверное. Ресурсы, да. Давайте бомжа добудем. Говорю, давай, знаешь, что сделаем? Взорвем вот эту стенку, сих. Сейчас пропишу кит. О, джир дали. Так, ткань. Слышу, говорю. Слышу. Давай, сейчас кит пропишу и взорвем вот эту стенку, вот посмотрим, что там есть. Смотрите, да, вот это. Ну, пиши. Что там? Кит? Где фиг дается? Какой? Кит рейд. Рейд, да. А, рейд, вижу. Старая мельница кружится, вертится. Так, вижу. Может, лучше второй этаж, потому что третий же. Ну, точнее, последний, пустой. Ну, давай вот этот, вот, смотри. Да-да-да. Кидай, да-да-да. А сколько фиг надо? Четыре? Три. Три фиги, да. Вот разнесет нашу подстройку. Это да. А что готовься еще строить? Нет. Бум! Нифига, живая. Почему они не упали? Странно. Просто сишка. Оба. Че такое? Ну че, блин. Перемычка. Ну да. Че, у меня еще ракет есть, еще две сишки. Так. Опять туда кинул, да? А, отходи. Пирожочком, домик.
Отойди. С ракеты стреляй. А какая у тебя ракета? Скоростная? Тут и скоростная, и зажигательная, тут больше нет, мне не дали. 37 хп осталось. Отойди туда. А зажигательную пускай. О, все. Подождите, сейчас подстроюсь. Еще перемычка. Там кажется пусто. Перемычка? Давай дальше стреляю. Ну, стреляй. Бежи туда. Опять летишь. Тихо. Спряжу. Кто-то перезарядился. Походу. Не упали. Странно. По 100 хп. Угу. Вот он, пич! Он готов. Тоже другой. Достали. О, у него патроны были. А я думал, так еще. Он с клашом пришел. Ах, скотина. Засек я его. Ты забрал калаш, да? Да, забрал. Надо было ник посмотреть, может быть. Я знаю ник его. Угу. Ну посмотри, это тот или нет? Да, тот же. Ну, да. Он, видимо, где-то здесь живет. Вот, это бурный какой-то. Бурный. Ушел, посмотри, ушел. Горит нихера, как отлично. Пукан, подожгли, да, пуканчик. Вау. Класс. Пробую улучшить. Класс. Все горит. Уи-хи-хи. А, не апну. Сейчас. О, разваливается гусь уже. Ай-яй. Нихера как тормозит, ты смотри. Я вообще еле двигаюсь. Сейчас гусяк сгорит весь. Да. Ну вот уже сгорает. О, ходит по дому. По дому ходит чувак. Да? Да, слышу. Дверь открывает. Ну что, сихи нести надо ей. Давай, может, слезай. И кидать. Разорвем уже. Взорвать херам. Все это дело. На крыше, по-моему. Клёв горит. Давай ему туда вверх. Чтобы да. Огонь упал ему туда. Да, 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 да. Давай туда. Подожди, мы тут холод. Не, нужно было вверх. Все равно огонь упал вниз. Вверх, просто в небо стрельнуть, он вниз потом. Так, там что-то упало. Ну это гусь разваливается. Да, 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 вот так вот. Угу. Fire show! Ну-ка. Куда пролетело? А нет, нормально. Смотри, смотри. Во, красота. Напугаем его. Это ходит, непонятно. Во, а, стой, стой, убьет, да? Еще вертолет летит. Это его вроде, это он горит. Это он горит? Да. Лол, неси там что-то, сихи есть. Думай, да, есть немного. Не знаю, хватит, нет. Может быть и не потянем. Че, пойду сгоняю тогда. Бить уже сверху. Ой, бежит кто-то. Это мы. Это мы! Ты чё? Ёпта. Предупреждайте. Смотри, сразу шмаляет, негодяй. Давай, ставь. Давай, уходи. Ставь вот сюда вот между. А, она не покатит так. А, нет. Что, не прокатит так? 600 хп, две ставь. Да, две кинул, уходим. Уходим. Где вертолет? Не вижу. Что? Еще перемычка. На этот. Давай. Блин, надеюсь, не напрасно все это, и мы сможем залезть туда. Сейчас бах, еще перемычка. 100%. 100%, да. Жесть. И куда идти? Я попробую построить. Просто подстройку. Ну что, есть ли смысл эту часть бахать? Она, смотри, она пустая сверху. Без понятия. Здесь вот там где-то взрывать надо. Здесь уже шкаф бьет.
чтобы подстроиться. Лучше всего, конечно, шкаф найти. И забабахать. Ты что, раскрышу хочешь? Пробуем. А наверху кто? Свой? Я, да, вот в скале. Здесь, наверное, ничего нету вообще. Может быть. Срали только. Ну блин, это недолго заработать все равно. Ну понятно, что недолго, но все равно хотелось бы сразу хоп. И все. Там вот, не знаю, не видно. С болта кто-то. Это я. Ну смотри, там он... нет нихера. Он весь треугольный. Да. Не знаю, что делать. Вообще не трогай. Ну, может быть. Пошли скалу вынесем. Тихо, пока. Да там в столе вроде ничего нету. По дверям там нет? Там просто вход. С другой же стороны вынеси. Ну это вся. Вся перемычками. Угу. Вот здесь шкаф не действует, можно поставить плитку. Да, сейчас поставим. Только смысл туда лезть. Крышу вскрывать, там перемычками все. Треугольниками. В кого все стреляешь-то? 173 метра, чат посмотри. У меня выключен чат. Убил же кого? Да. Вот здесь вот шкаф не действует. Вот здесь вот. Сейчас. Я видел. Вот здесь вот. Да. Сюда вот вставай. Угу. Падает, да? Не, я еще пока не стоял. Спустись ко вниз. Я лестницу подставлю. Ну смысл туда вот лезть, сейчас гуся делать? Не пойму. Ты просто посмотри, что там за дом. Че, перемычечка вон дом. Наверное, самый оптимальный вариант было бы бомбить в центр ракетами. Да, ракет нету. Там вот вообще пустые какие-то видны. Пошли, может, по РТ побегаем, слышишь? Поднабираем чертежи, там теперь они по-любому там с иксом тоже падают или нет? Не знаю. Проверим заодно. Пошли что-нибудь там вскроем, вот еще здесь вот попробуем. И изучим. 14 их есть еще? Я не вижу смысла вот эту бомбить. Отойди, Пепси. Ты потом я тут не вылезешь, только запрещена, ТП не напишешь. А, ТП нельзя делать так? Нет. Блин. Только на хоу. Запрыгнешь и все. Понятно. Пошли что-нибудь другое-то. Сейчас сихи взорву, чего зря пришли, что ли? Ты так взорвать... оставили бы на следующий раз. 11 штук. Здесь тоже перемычка, да? Да. Да, бросай дальше. Ни двери, ни хера нет, ничего. Можно попробовать было бы вот здесь вот. Ну ладно. Здесь бросай. Там, коридор какой-то. Да-да-да, я знаю. Ну, тем посмотреть примерно, где там. Ладно. Похер. Да, перемычки. Да. Ну ладно, не будем тратить тогда. Нет, угу. Смысла нету. Просто так все время. Он живой? А-а-а! В какой стороне, куда нам бежать? На РТ. Убегает от тебя, да? Он я по убил воде его. Бежит. А, убил. Я положил он его. По воде бежал? Нет. Не, положил его. Нет, это свой. Свой. Кто он бежит? Я вижу его. Ты сказал, ты положил его. Он вяжется вот. Ну, что ты положил? Я уж обрадовался, бегу. Да. Вот, видишь, что убил? Вижу. 4 зум. Трупак только не вижу. Чё, где вызовем? Сейчас где-нибудь встанем. Блин, через прицел прикольно так смотреть. Вон, у него рецепт фишки есть, я забрал. Учи. Рез взял немножко. Слушай, а можешь соплю прямо сюда кинуть, вот, возле ангара? Давайте. И заныкать. Тут главное, чтобы он на ангар сам не упал. Не, вот куда-нибудь сюда, вот куда-нибудь. Чё хотите кинуть? Соплю. А, аирдроп? Ну да. Тут, а тут, блин, сейчас прибежит народ, наверное, сейчас ну, стреляет. Ну и чё, пофанимся, а чё? Постреляем. Давай,
Вот тут как раз изучить можно сразу. Втроем не затащим, что ли? Ну и все. Давай, кидай. Че, летят? Да, уже скинул. Все три? Нет, два только. Вот ты два, позже, ты позже скинул. Ну, мы с опозданием сейчас прилетит. О, медведь вижу. Вики. Не, не медведь, кабана. Кабаникус! Вон мой летит, а вижу. Я его сейчас собью с этого, с болта. Тауи! У вас падает аэродроп? Все, вижу, у вас падает. Посмотрим, что нам принесет. Блин, ну че никто не бежит-то? Ёшкин кот. Где экшен, да? Где, да, где это все? Мечей посливали. Где золотые? Я вам кинул спальники. Ага. Аэр! Кстати, если на бошку упадет, сдохнешь, да? Куда упадет? На бошку. Нет, почему? Нет, раньше дох. Кто-то залагало. А нет, по-моему. Вот падает. Ничего. А, Томпсон, ништяк, можно изучить. Три мины, камера и капкан. Все. Томпсон, патрон для него, 50 МВК и говно. Ну идите сразу там изучать там. Томпсон вот. Попробую изучить, блин. С калаша вообще не могу. Калаш как проститутка сейчас себя ведет. Так, начать. Че, никто не придет? Да нету никому, блин. Обидно. Ну че, сейчас дальше побежим кто-нибудь. О, есть рецепт на Томпсон, ништяк, все. Ее. Ага. Класс. Че, я еще мой скин, золотая его, что-то посмотрю. Пойду пока в дом сделаю Томпсон себе. У меня есть с собой, стой. А, ну, есть? Да. А патроны есть на него? Есть, ну 15. А нет, есть много. Нихера, давай. Так. А где он упал, Тайр? Ништяк. Так, у меня еще одна сигнальная ракета упала, компьютер, черничка, патрон скоростной и камера. Ну, кидай ракету, ой, соплю. Че, никого нет, погнали дальше тогда. Не стой, еще аэродроп сейчас прилетит. В смысле? А ты еще один вызвал? Да. Ну, сопля. Че такое экит? Армор? Понятно. Шмотки там, короче. Билд, тут что такое? Строительство. Построить. БП. Чертежи. Да. Троих, чтобы они, если придут, ложить нас. Не все забрали. Кто нас троих завалит? Хотя, хер его знает. Давай, дели. Что там такая вышка-то? А там дом админский стоит. Админский, да. Такая труба? Там мельница такая воздушная. Хер возьми. Возьми. Старая мельница крутится, вертится. Угу, что, вот здесь вот решили, вот с этой стороны. Давай. Я думаю, говорят, центральная, я думаю. Да? Да, я тоже туда стрелял. Давай, я бросаю три фишки, да? Сейчас, если дверь найдем, по дверям пойдем тогда. Угу. У него там двери есть 100%, я слышал, как он их открывал. Где? Он открывал где-то их. Я просто слышал. Ну и сейчас, давно. Так, смотрим. Вот и двери. Вот и двери. Давайте. В эту идем. Стой, потолок обычный. Стоп. Пусто. Не, стой. Апай. Давай. Остановись угол. Погоди, снизу потолок. Пусто там, там нихер идти. А, тут тоже нет. Пусто, да? А тут? Да, смотри. Тоже пусто. И дверь. Отходите, в центр. Отходите. Сколько на двери? Две? Подожди. Слушай, стой, сюда не кидай. Она не склад знает случайно? Там выхода нету с той стороны, да? Потому что тут стоит, я не вижу. Да не, там дверь еще одна, Две. Так. Спину посматривайте. Что-то он не доделал. Нам нужно эту тварину найти и наказать. Не хватило ресов. Подожди. Потолок. Вот здесь уже улучшен. Че, бросаем и че? Там дверь еще одна есть. На потолок вот можно было кинуть. Смотрим по сторонам пока. Эх ты, я умер, блядь. Ну. Лол. Че ты не отошел? Давай. Ты не знаю, я отошел, что зацепил. Давай на вас ТП сделаем. Давай тебя. Давай, я пока взорву. А все-таки на потолок кину. Дверь надо, да? Три. Двери на.
На дверь две, на потолок три. А, две кинул. Окей. Калаш твой подобрал. Сейчас отдам. Я с чем тебе стрелять буду. Сейчас отдам. Он исчез бы. Так, на, лови калаш. Бичара. Взял, все взорвал. Ну че тут? Есть примычки, походу. Нихера тут ничего нету. Пустая дверь? Я потолок взорвал. Ну дверь, да, пустая была. Ну потолок, отрывай эту. Может по дверям пойдем? Давай по дверям. Беру, проще идти по дверям. Я кидаю тогда. Ну если в каждой у него будет по двери, сколько нам сих надо? У нас хватит сих? Не знаю, 70 штук. 35 дверей. Даже 36. Еще двери. Стой. Нихера. Стой. Вот это неправильная дверь, кстати, стоит. Ну все равно взрывай ее. А смысл неправильно, мы что с ней сделаем? Можно долбить. Долбить. Я на хардкоре так помню. С друзьями вынесли большой дом так. Молотами. Оба. Так. Треугольники. Ага, пошли. Жесть. Так, давай я брошу, подходи. Стойте, тут что-то торчит. А, вижу, ящик, по-моему, стой. Где? Вот здесь полка торчит. Не да, полка, да, давай взрывай. Вижу, давай сделай. Треугольник. Отходи, я взрываю. Отойди. Не толпитесь вместе, на одном месте. Сейчас кто-нибудь придет, сольет один. Отходи. Смотрите за спину, потому что много раз так было. Все бегут, будут посмотреть, что там. Один приходит, всех сливает. Ящики. Они пустые. Ящики. Пустые. Вон дверь. Вот в ту надо идти. Вот это, да, вот дверь? Да, туда, да, конечно. Давай. Отходи. Уходи. Я пойду выбегу, посмотрю. Давай. Хера коридор. Раз, два, три, четыре. Пять. Так, еще дверь. Давай, скрывай. Бомби. Или вот в эту сторону придется идти. Сейчас решим какое. Дом с тысячу дверей. Так, треугольник. Опять. Назад. Потолок здесь можно взорвать еще. Здесь вот дверь, тоже, наверное, треугольник. А не забегай, пусть один смотрит. Я просто спрятаться. Че там? Треугольник. Опять? Жесткий дом. Он издевается. Паскуда. Тварина. Еще. Нормально. Хихи-то остались еще? У меня 20 есть свой. У меня еще 4. Еще 2 двери. На взрыв никто не идет. Боятся. Двери, да? Да, я по дверям иду. Взрываю. Прикинь, сколько надо бегать по этим дверям, чтобы попасть куда-то. Еще двери, блядь. Охереть. Вот, сходите, у меня закончились фишки. Кто следующий? Меняемся, давай. Давай я. Давай. Заходи. Сейчас, смотри, там есть еще. Двери еще. На, иди. Выходи. Ты жопой кверху лежишь. Над тобой мухи летают. Кэрри, трупак твой. Да? Пукан кверху, да. Ты чё, вбежал? Ё-моё, да как я умер? Да вы вообще издеваетесь, что ли? Да она вообще далеко бьет. Я вообще за полкилометра занялся. Иди, прими его. Я пока дверь повзрываю. Давай. Рейдеры. Жесть. Давай, кидай. Не могу, сейчас я прибегу домой, с дома. А, ты прибежишь? В смысле, не могу. Ну, надо прибежать может, вот недалеко бежать ему. Да. Тут две двери уже. Покажи. Иди, смотри. Так, налево, направо, давай лево. Давай. В принципе, могу на эту тоже кинуть. Ходи. Автомат-то подобрали его? Да, автомат взял.
Смотри. Так, тихо. Где дверь? Не знаю. Там ничего нету. Стой, ящики. Стой, ящики. Подбегаю я. Они пустые, да? Не, смотри! Стой. 31 сишка, 28 ну, ракет. Дай посмотреть. Нихера себе, смотри, второй ящик. Погоди. Сука, нычка. Первый пустой, второй. Я говорю, налево вижу. Нужно было. Вот она. Я сказал, налево идем. Всех ходит налево. 30 сих, 28 ракет. Мы сейчас ракету изучить можем. Ништяк. Слышь, ой, да. Миллион. Миллион высокого металла. Относи там, кто относи домой вот это все сейчас, что есть. Подождите, где, дайте мне посмотреть. 10 миллионов. Просто 10 миллионов. 40 миллионов, короче, у нас металла. Натя, АК? Офигеть. Так, не толпитесь, давай. А, иди сюда. Иди ко мне. Ладно, у меня есть калаш, оставь себе. Жесть, слушайте, мы нычку нашли его. Относите это. Пойду сюда. Ракет МВК домой.